Ребят, короткое видео хотел снять по поводу вот этого происшествия в пассажирском поезде, где выкинула вожатая вагона кота. Кота. Она знала, что у нее в поезде, в ее вагоне едет в купе пассажир с котом в переноске. На него был билет, он оформлен был официально, все. Но кот как-то улизнул. Я так думаю, в купе просто кота выпустили, чтобы он там побегал, типа того. Но не углядели, он выскочил в сам вагон. Так проводница его взяла и выкинула в сугроб. На видеокамере это было видно. За вагон. Хотя знала, что и где кто едет. Даже если не знала, но она могла понять, что из вагона в вагон кот не может пробежать. Вот. Она могла бы в каждое купе постучать и сказать, чей код. Этого не было сделано. Она просто выкинула в километре. Искали его несколько. Искали этого, в общем, кота несколько дней. Нашли его в километре на перекрестке. Кот погиб. Его, видно, сбила машина там или что-то еще. Кот Твикс. Она посчитала, вожатая, что это бездомный кот оказался в поезде. Ну просто абсурд. Театр абсурда, честно. Конечно, я не защищаю хозяев, которые вытащили его из переноски. Он должен был там сидеть. Они не усмотрели, безусловно. Но и вожатая не... Ну, блин, ну она не должна была его выкидывать. Сейчас, в общем, приняли новые правила, хотят внести изменения, что если вдруг такие коты будут появляться в вагонах, то их будут, если не смогут, типа не смогут найти хозяев, они будут этих котов передавать на ближайших станциях специальным сотрудникам. Как-то так. В общем, я считаю, что это просто вот озвучили, таких ситуаций наверняка много происходит, это просто озвучили человек, что ну, было самоуправство, сказали это не самоуправство, вы не досмотрели. Но я считаю, что это просто хамская ситуация вожатого. Всем пока-пока. Пишите в комментариях свое мнение.